Всем привет, всем доброго времени суток, друзья. Если вы хотите добавить свой арсенал вот такой прекрасный имбовый меч, регалии Эукайда называется, вот посмотрите, какая красота, то вам придется прийти, по карте я вам покажу, вот сюда, тюремная пещера называется. Ребята, эта пещера известна со своими лабиринтами, но уверяю вас, вы тут не пропадете. Я вам сейчас дорогу тоже покажу, тут особо нечего нету, просто проходите пещеру, здесь рычаг есть, вот тянем рычаг и открываем все двери, которые есть в этой пещере. После идем до конца пещеры, на самый конец, вниз и конец. У нас есть тут доски, бьем доски и спускаемся вниз. Именно спускаемся, а не падаем, а то умрем. Вот спускаемся вниз, а там будет местный босс. Этого местного босса тоже убиваем. Вот, сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Сильный, слабый или какой. Нет, ребята, он не сильный. Убить его проще простого. Я уверен, все вы справитесь. Так, убиваем этого босса и за убийство получаем прах зомби. И, откровенно говоря, я не проверял, насколько хороший прах. Ну, пусть будет в арсенале. От этого нам плохо не станет. Пусть будет. Потом бежим до конца. Вот есть такой проход. И в конце прохода, ребята, вот есть лут. Забираем этот лут. И это есть тот самый меч, имбовый меч регалий Эукайда. Я вам сейчас покажу статы. Что за меч? Вот так выглядит, ребята. Этот меч качается за кузнечные камни мрака до 10. Вот навыки такие. Этот меч особенно очень хорошо подходит в PvP и в боссах. Советую прокачать до конца. Всем спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Если было полезно, то не забудьте подписаться и поставить лайк. The solution, maybe I should've known that it ain't